Рыбницкий цементный комбинат начал отправку продукции с применением пониженной ставки таможенной пошлины. Напомним, указом президента от 18 мая пошлины на различные виды цемента снижены с 4% до 1% от таможенной стоимости товаров. Таким образом, после запуска Рыбницкого цементного комбината, которое произошло 30 апреля, значительно снижена налоговая нагрузка на предприятие. Такое соглашение достигнуто в результате проведенных переговоров между президентом Приднестровья и акционерами завода для стабильной работы второго по величине предприятия Рыбницы, отметила Майя Парнас, заместитель председателя правительства по вопросам экономического развития и финансов. Было подписано соглашение, в котором содержатся меры государственной поддержки в отношении завода и Рыбницкого цементного комбината и Молдавского металлургического завода. И сейчас мы работаем в этом направлении. Такие меры уже начали оказываться Рыбницкому цементному комбинату. Есть обязательства со стороны государства, но есть и обязательства со стороны собственников данного завода. Вот в исполнении взаимных обязательств и оказываются эти меры.